Скейт-площадка, качели для взрослых, зона релакса у воды с шезлонгами и столиками, современный водный игровой комплекс для детей, масштабное благоустройство общественной зоны у кинотеатра «Искра» и Тимховского пруда начнется уже в начале лета. Проект приурочен к 90-летию Ленинского района. Ознакомиться с ним и нынешним состоянием территории приехал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Под эту дату губернатором выделены очень хорошие средства на оформление территорий. И, на мой взгляд, местная исполнительная власть приняла правильное решение привести такой хороший современный вид, сделать комфортной территорию. Основная идея – четкое зонирование пространства, чтобы посетителям всех возрастных групп было интересно, и при этом они не мешали друг другу отдыхать. Задумка какая? Ничего не меняя, в том плане, раньше предшественники нормальную, хорошую концепцию заложили, мы ее сохранили. Четыре зоны. Первая зона – это у нас зона Аллея Славы, где мы сейчас находимся. Здесь практически ничего не изменится. Планируется лишь восстановить покрытие и провести мелкий необходимый ремонт. Единственное, памятник малолетним узникам концлагерей перенесут на саму аллею, ближе к другим монументам. Вторая зона – Тимоховский пруд. Тут также заменят покрытие, возведут новый мост, сделают зону отдыха у воды с деревянными настилами, столиками, шезлонгами и небольшими навесами. Оборудуют дополнительные площадки для отдыха на склоне со стороны строительной улицы. Третья зона – для отдыха детей и молодежи. На месте существующего фонтана появится новый плоскостной, а кроме того будет сооружен современный водный игровой комплекс. Когда дети будут ходить и бегать по плиткам, нечаянно нажав на ту или иную плитку, они будут обрызганы водой. Но при этом будут предусмотрены также еще резервуарчики игровые, где можно также в воде копошась, какие-либо емкости заполняя, делая переливы, своеобразные устраивать ручейки. Для молодежи оборудуют большую скейт-площадку с трибунами для болельщиков. Там можно будет даже проводить соревнования. Для ребят помладше – новая детская площадка с современным игровым оборудованием и спортивными комплексами. Четвертая зона – центральная часть для прогулок, семейного отдыха и проведения массовых мероприятий. Прогулочных зон и пешеходных дорожек станет больше. У кинотеатра «Искра» появится зона отдыха с качелями под навесом, кафе, столики для игры в шашки и шахматы. Начало работ мы планируем на июнь-июль месяц. Из экспертизы сейчас должна выйти проектная документация уже с окончательными расчетами. Это конец апреля у нас. И сразу же, как только мы получим положительное заключение по сметной документации, запускаем процедуру уже по отбору подрядчика на проведение самих работ. Это май месяц. Ну и, естественно, конкурсные процедуры, которые у нас проходят со сроками, если мы отчитываем, то вот как раз июнь-июль месяц мы должны выйти на эти работы, к октябрю месяце постараться все закончить. Задачи стоят конкретные, непростые, сейчас уже середина апреля. Но у меня нет никаких сомнений, что все будет сделано вовремя, все будет сделано качественно. Работы масштабные, но благоустраивать территорию будут поэтапно, по зонам. Поэтому жители особых неудобств не почувствуют, уверяют в районной администрации. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.